Яркая и шумная. В Цивильске проходит традиционная тихвинская ярмарка. Вот уже более 3 веков, в начале июля, в этом городе собираются торговцы, купцы и народные умельцы. Что можно увидеть на ярмарке, выясняла Татьяна Леонтьева. Какая же ярмарка без песен и танцев, народных и самобытных? Чуваши, узбеки, татары, армяне – у каждого свой колорит. Вот это традиционный марийский барабан – тумыр. В этом году на ярмарку приехали гости из разных уголков России. Людмила Рыченко из Ростовской области. Она руководит ансамблем «Шандраф». А девушки у меня русские все. Я их учу по-чувашски, они у меня поют. Но сюда приехать у них не получилось. Родина моя тут, родина тянет. Я очень радоваться со всеми тут побыть вместе. Испокон веков ярмарка – то место, где можно приобрести все, что угодно. Домашних животных, предметы быта, подарки и сувениры от мастеров народных промыслов. Я этот из атласной ленты делаю розу. Вот один сделала, вот еще делаю. Насколько тяжелая ваша работа? Да, это не тяжелая. Познакомиться поближе с культурой и традициями разных народов можно на сельском подворье. Халима Раджабова из Таджикистана, но чуваша уже давно стала для ее семьи родным домом. Они постоянные участники тихвинской ярмарки. Сделаем блюда разные. Чак-чак, манты, плов, кульча, по-нашему называется. И приезжаем вот так. Очень хорошо живется. Все хорошо. Так, дети у меня здесь, муж. Все вместе живем. Таджикские музыкальные инструменты, азербайджанские блюда, башкирские напитки. На одной площадке собрались представители 17 национальностей. В подворье чуваши показали, как вручную молотили зерно в старину. Вот это должен крутиться вот так, все. Вот, вот так, пели песню, оп, оп. Раз, два. Аванматор, ваихуматор. Еще одна традиция тихвинской ярмарки – праздник земли и плуга – Акатуй. Яркие костюмы, национальные танцы – все сливается воедино в традиционном хороводе. Поехали! Но только хороводами и танцами дело не обходится. В этот праздник отмечают окончание весенних полевых работ. И сегодня виды на урожай очень хорошие. Задача наша, ухаживая за этими посевами, химпрополка, химзащита, без потерь, убрать тот сельскохозяйственный урожай, который на полях. Цивиляне поработали ударно. Площадь посевных более 20 тысяч гектаров. Лучших аграриев наградили грамотами и благодарностями. За многолетнюю добросовестную работу в агропромышленном комплексе Чувашской республики. Другие дни тихвинской ярмарки пройдут также насыщенно. Фестивали, спортивные турниры, творческие конкурсы. Подарок для любителей скорости и зрелищ – этап Кубка ПФО по мотокроссу. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.